Снимаем скрытой камерой, нельзя снимать. У нас спецоперация идет. Сәфәрбәрлікле ордуя чағырылан вә Украинаға жөндәрілен рус әскерлер силасыз қалып. Чағырышшылардан бірінің чәкерек пайлаштығы көрінтілерді 150 нәфәрлік бөліге автоматларын берілмәдіңі дейілір. Ишқалчы ордуның әскері дөйш башлаяцағы тәкдірді чаресіз қалачағыларыны білдіріп. Снимаем скрытой камерой, нельзя снимать. У нас спецоперация идет. Вот это наша рота, идеальная рота. Которые даже автоматы не дают. Короче, вон там вон пошли, вон то стадо. Их много. Они с ружьями все, с автоматами. Они будут на нас нападать. Чем мы будем обороняться? На 100 человек 50 всего. Не знаю, непонятно. Офицеры решают. Ну что они решат, непонятно тоже. В общем, будем сейчас обороняться, короче. Все. Ебать, там их много. Их вообще там очень много. И с автоматами. А нас мало. И без ничего мы тут. Ну ладно, ничего, мы справимся. Мы же русская армия.